Tunisia. Oh, yeah. People buy for drink. Лучше брать или такую, или такую. Стоит она 7. Ну, брали еще вкусную. Внизу есть по акции вот такие. Тоже такая же, как в той коробке, только без орешка. 6. Есть более дешевые варианты. Но она такая какая-то водянистая. Нам рекомендовали вот эту марку. Как ее таскать? Аэропорт вот такие большие. Вот такие удобные. Вот еще финики. Что здесь можно взять? Это финики. Финики. Это тарфа. Эти хорошие. Так. Вот эти хорошие. 6. Вот эти. Вот эти тоже. Другая коробка. Да. Другая коробка. Тоже поделить. Это магазин ковров, шерстяные все, приличные. Good. Good. You told for Russian tourists come on here for bazaar. Yes, because 10 dinars or 200 dinars is correct. All people very happy, satisfied. Before, when he was here, me for 4 years, lots of Russian, I mean, exactly, Turkish company. Come on for this is bazaar. Вот такие. Come on, every people look around. Интересные ковры. Don't buy, no problem. Happy, buy, happy, everything is okay. Разный вкус, разный размер, потому что натуральный шерсти, и не так дорого. Магазин около нашего отеля. Тоже ничего. Сумки, шляпы. Конечно.